Приветствую, друзья! По просьбе подписчиков, сегодня я нахожусь на поселке Моряков и начну свой видеообзор со школы номер 33, а затем мы спустимся с вами на песчаный пляж. Итак, друзья, школа номер 33. В процессе восстановления. Местные жители говорят, что восстанавливают школу очень медленно, но главное, что работа идет, не стоит на месте. Школа была запущенная, здесь десятки лет ничего не делалось. В ней учился мой двоюродный брат и двоюродная сестра. Стадиона здесь не было, был просто пустырь, но скоро здесь появится и стадион, и спортплощадки. Пойдем обратно, друзья, пойдем на обрыв. Дороги пока проложили только до пятачка, а в сторону поселка Моряков еще ничего не делалось. Поэтому здесь все в запущенном состоянии. Здесь находится сквер. Сейчас я вам его покажу. В центре этого сквера стоит стела, памятник. В честь подвига азовских моряков в годы гражданской и отечественной войн. Так выглядит смотровая площадка с поселка Моряков на Азовское море. Песчаный пляж. Мариупольский порт. Красивые пейзажи. Здесь есть лестница, и я по этой лестнице спускался более 20 лет назад. Посмотрим, как она выглядит сейчас. Напомню, друзья, что здесь еще ничего не делалось. Ниже улица Горная, и где-то там между частными секторами есть переулок, через который мы сможем пройти к пляжу. С левой стороны от лестницы небольшой продуктовый магазин. Спускаться легко, а вот подниматься будет потяжелее. Высота ступеней разная и очень некомфортно спускаться. Да, более 20 лет назад я здесь ходил. По-моему, этот переулок. Да. Так люди с поселка Моряков спускаются к морю. Такой дорогой. Современной, европейской.
Да, ничего не изменилось. Только забор с правой стороны. Да и с левой, по-моему, тоже забор изменился. Да, тот же мостик. Как он еще держится здесь? Его уже покрутило, видно. Но никому этот спуск не нужен был, кроме местных жителей, конечно. Вот такой вот вид с этого мостика. Сегодня будний день, людей немного на пляже. Это было опасно. Да. Спустился я быстро, а вот подниматься будет тяжелее в такую жару. Здесь ходит транспорт. Номер автобуса я еще не знаю, но автобус я уже видел. И отсюда начинается песчаный пляж. Пляж очень длинный, шикарный. Этот пляж переходит в нудистский, затем в комсомольский. Там дальше уже и Мелекина и так далее. А вот и автобус проехал, номер 8. Вот такая здесь лестница на пляж. Бабуля спустилась вроде бы. А сейчас мы прогуляемся с вами до того пирса. И я вам кое-что покажу. Возможно, вам отсюда не видно. Даже в будний день достаточно людей на пляже. Много рыбаков сидят на берегу. На этих камнях здесь много рыбаков тоже. Утром можно наблюдать или вечером. Здесь я с двоюродным братом тоже бычка ловил. Вытягивали каждые, наверное, 30 секунд, вытягивали бычка. Мы на месте, друзья. А это ответ на частые вопросы. Я думаю, здесь все понятно. Русским языком написано.
На море всегда приятно смотреть. Хорошая ассоциация у меня с морем. Благодаря моим контрактам на круизных лайнерах. Хорошие воспоминания.